Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами готовить куриные желудки. Для этого нам понадобятся сами желудочки. Я их уже помыла предварительно, почистила. Чистенькие уже. Луковку берем такую хорошую, большую. Приправы, какие вы любите по вкусу. Соль, перец. Ну и приступим к приготовлению. Сейчас я порежу их, потому что они, ну, крупноваты. Порежу лучок, порежу желудочки, раскалю сковородку и будем обжаривать. Сначала обжаривать будем желудки, потом уже тушить. Ну, в общем, весь процесс буду вам рассказывать. А сейчас, чтобы не тратить ваше время, я порежу и сильно не мельчим желудки. То есть я их, ну, смотрю, вот какие крупные, да, вот такой вот раз пополам. Сильно их мельчить не надо, это можно целиком. Вот так вот. Ну все, сейчас. Сейчас мы разогреем наш казан, он уже, по-моему, разогретый. И хорошенечко обжарим наши желудочки. А потом будем добавлять уже лучок. И к этому всему процессу, к желудкам, мы, наверное, что сварим сегодня? Толченку, наверное, сделаем, да? Угу. Фирменную, вкусненькую. Так, ну все, у нас казан разогрелся, все, будем кидать. Сейчас маслица хватит достаточно. Так. Сейчас мы перемешаем. Угу. Ну вот. Жарится. Вот у нас немножко подзолотилось уже. Сейчас будем кидать лук. Лучок я порезала, но сильно не мельчите так. Вот так вот. Сейчас бросим лучок и будем тушить. Ой. Так, сейчас, наверное, надо приправ бросить. Положим перчик, соль, перчик. Кладите все по вкусу, как любите. Так. Солим немножко. Так, еще возьмем. Смесь перчика, а перчик мы положили. Мы лисунель немножечко добавим в карточку. Вот так. Для аромата. А вы уже кладите, что вам нравится. Это у каждого как бы на свой вкус. Ну, запахло вкусно. Ну вот, нравится. А мы тем временем подготовим картошечку. Сейчас я ее почищу. Это мы будем делать для толченки. Да. Ну вот мы пожарили. 15 минут у нас обжаривалось все здесь. Видите, желудочки ужарились даже. В объеме, конечно, уменьшились. Но... Сейчас мы добавим кипяченой воды горячей. Ну, где-то миллилитров 250-300. И будет это все тушиться теперь. А все выйдет. 300 миллилитров как раз получилось. Вот так вот, чтобы покрылись водой наши желудочки. Сколько будем тушить? Ну, где-то минуток 20 еще потушим. 20-30 минут. Чтобы они были прям... Вот
мягкие. Я решила еще муки поджарить для загустения. Ну, буквально 2 столовые ложечки. Вот до золотого цвета это мы будем соус загущать. Вот я решила еще муки поджарить для загустения. Ну, буквально 2 столовые ложечки. Вот до золотого цвета это мы будем соус загущать. Вот у нас мука пожарилась. Сейчас я ее, чтобы без комочков, разведу водой немножко. Вода теплая должна быть. Ну, такого цвета, видите? Приятного, золотистого. Угу. Вот, и она у нас будет без комков. Это мы все добавим потом для загустения. Смотрите, как здорово. Замечательно. О! Видите, ни одного комочка нету. Так, ну вот, я добавила сюда, пока тушилась, укропа зеленого. Ну, у нас его много. Лаврушечки, укропчика добавила. И сейчас мы положим сметанки, чтобы еще в сметанке потушилось. Так, сметанки. И потом уже все это добавим нашу муку обжаренную, разведенную. И будет такой вот соус, как раз к толченой картошечке. Наши желудки прекрасно потушились. Прямо 5 минуток пусть еще побулькает. И туда вольем муку нашу. И, в общем-то, процесс на этом закончен. Так, ну все, вливаем мы нашу муку. Вот она сейчас там сразу загустеет. Ну, смотрите, как вам нравится по густоте. Кто-то любит прям сильно густую. Ну, у нас вот так вот, как жидкая сметанка будет. И еще буквально минуток. Ну, 5-7 пусть потомится у вас. Так, сейчас. Все, огонь я выключила. Прям сейчас потомится. И встретимся уже на картошке. Картошка у нас тоже. Ну, вот мы все приготовили, ужин на сегодня. Вот наша пушистая, очень пушистая, мягкая картошка. Посмотрите, какая прелесть. Это фирменный рецепт моего мужа. Не знаю, когда уж мы дождемся этот рецепт, но я надеюсь, когда-нибудь исполнится наша мечта. И вот наши желудочки, посмотрите, какая вкуснятина. И соус хороший такой, по цвету и по вкусу. Ой, ну картошка изумительная. Сейчас будем пробовать, что у нас вышло. Вот такая красота. Картошка просто пух. А желудочки? Очень нежные, очень мягкие. Все прям в норму, и соли, и специй. Очень вкусное, простое блюдо. Всем советую, пожалуйста, готовьте. Это быстро, вкусно, и можно накормить большую семью. Ну, наша семья вот из 2 человек. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики кверху. Я желаю вам приятного аппетита и всего самого доброго. До новых встреч!